Сегодня у нас утро, вот, 5 июля, вот ребятишки утром собираются за водой, вот они взяли ведерки и вперед. Все, все, по одному хватит, по два не бери, не захватит, а то некогда выливать будет потом. Вот они наши гордые. Впереди Китандович. Китандович, такие. Управляющий. Не задаем вопросов. Там у вас сковорищенька, знаешь, вообще. Вот она играется. Набираем воду, как стояли. Да. Ты уже остался на твоем месте. Я обычно. Просто. Буду его. Ну что, что обычно? Вообще не буду его. А вам я лучше тебя повторю. А? А, его. Ваня тебя вышел? Ваня вышел тебя? Нет. Егор, смотри на ведра. Следующее. Место, не маши. Ведро выпусти эту моль. Это потом еще. Много не набирай, ты. Комарики нужны для бодрости. Чтоб не спать, не стоять. Маленькие комарики появились. Что-то их по вечерам ходят. Все, вот сейчас нальется. Тарася, ну ты что? Ты как? Да я об эту штуку. Я разлил половину воды. Под ноги-то смотреть надо. Все, уходи, Тарася, уходи. В сторону. Не ходи там. Я сюда поставил. Ты уйди оттуда, а то опять упадешь. Тарас, подожди, подожди. Я хочу здесь. Как раз забирай быстрее. Попсите? Ой, сам пошел. Я не хочу попасть в такую перезаряду. Рот закрывай, Маша. Когда извиваешь, рот закрывай. Доброе утро, Шарик. Шарик, вот он потянулся, зарядку сделал, это называется. Шарик, а Шарик, ну Шарик. Чего ты на них смотришь-то? Ты на меня смотри. Коля! Ну, видишь, поднимай, пока скрывает. Много не наливай их, красиво. Зачем тебе? Все, ведро ставьте другое сразу. Немножко отлей стол. Отлей, отлей. Все, хватит огня. Огня. Все. Это не молоко, так побольше. Держи. Давай я буду разливать. Так. Быстрее, Лиза, быстрее. Ей много, наверное. Плюешь. Маша, нет? Сейчас сюда. 2 литра.
Да? Ну, он молодец. Шарик молодец у нас. Да, Шарик? Ну все, хватит. Пойдемте. Так, брат Никита у нас во главе. Привет, за ним ребятишки все. Так, не толкаться только. По одному друг за другом. Торгасей. Такая длинная колонна у нас. Воду не плескать. Брат, плещешь. Аккуратней. Нет, я-то несу. Воду не плескать. Аккуратней несем. Аккуратнее, аккуратнее. Здесь вот мы останавливаемся. Потому что был один раз случай, пролили воду. Сейчас дальше не пускаем никого. Вот наши сестры тут обсуждают, что им готовить. Где-нибудь рядышком ставь здесь. Гречка хорошо. Доброе утро. Он не приедет только если будет сильный дождь, и здоровый. Итак, утро проходит у нас. За водой ходим. Про деревни. От деревни, да. Вот такие пейзажи для сестер наблюдать. Красота. Даже пояс видно. Товарничок. Привет. Вы ведра не принимаете, да? Нет, я сегодня не принимаю. Такая очередь длинная. А к вам можно это, вон, у маленьких долейте себе это ведро. Потому что из него не выливается уже. Да, да, прямо доливайте. И на кухню заносите его. Вам-то можно зайти. И там у Никиты спросите, куда поставить. Вот ведра ставят здесь, а мы потом заносим, там переворачиваем. Вот брата Никита ходит курочка, с утра уже трудится. Что-то там ковыряется. Это у меня работа такая у курицы. Ты что делаешь, нога? На кучу. Главное, как оригинально. А можете помочь? Никита, не дам себе. Ведра залезть туда. Вместе будем перейти. И все. Слава Богу. Аллилуйя.